Доброе утро, друзья! Друзья! Доброе утро! Мы гуляем на бульваре, погода хорошая, ветерок. Мы движемся по направлению к агавам и посмотрим, что же произошло с их прекрасными бутонами, цветами. Событие к нам приехала наша подруга из Белоруссии, Наташа. Она не была в Баку 30 лет. И мы будем гулять. Мы будем вновь смотреть на наш город глазами человека, который давно-давно не был на родине. Представляете, какие чувства одуревают. Который вновь вдохнул наш воздух, вновь увидел наше море. С Чендлером пытаются познакомиться, но не тут-то было. Мне прислали фотографию из далекого Нью-Йорка. Моя подруга Клара, она тоже очень интересуется растениями, цветами. Она увидела в городе прекрасное цветущее дерево. Но это не сакура, потому что сакура уже давным-давно отцвела. Значит, дерево покрыто все изумительными цветками. Они не маленькие, они крупные. И все цветы направлены вверх. И мы хотим выяснить, что же это за дерево. Я посылаю фотографию. Более недоверчивых собачек я не встречала, чем Чендлер и Бонька. Они ни с кем не идут на контакт. Они очень серьезные. И единственное занятие в их жизни и обязанность охранять их любимого хозяина. То есть мне ясное утро, все как красиво, море синее. Я уже смотрю сейчас глазами Наташи. Море синее, эти огни горят, вышка стоит. И вот наша кактусиная горка, вот наш кактусиный участок. Сейчас мы посмотрим на агавы. Вон они. Посмотрите, как красиво. С чем же сравнить эти прекрасные стебли с этими, ну, как канделябры, скажем так. Да. Старинный канделябр с подсвечниками. Сейчас подойдем поближе и посмотрим, что же на этих. И форма какая, посмотрите, точно канделябр. Интересно. Привет, ящерица. Тоже какие хорошенькие, смотрите. Будет цветов. Великое множество. Ух, какая. Вот она. Ну-ка смотри, что у нас там. Вон они. Так, очень интересно. Но цветов я пока не вижу. Цветов не видно. Вот такая штука. Необычная. И вот эти все, вот эти все вот листы, они открываются вот такими. Друзья, старайтесь не нервничать. Моя установка для всех. Человека, который испытывает определенные трудности с передвижением, потому что у меня болит нога.
вчера мне пришлось выпить таблетку диклофенака. Сегодня утром я себя чувствую человеком. Хочу сказать всем, берегите свое здоровье. Питайте скромно, не переедайте. Двигайтесь, думайте о хорошем. Старайтесь меньше нервничать. Все проблемы решить невозможно, и это не ваша задача. Короче, вот такие хорошие мудрые установки. Короче, нужно себя как-то сохранить более-менее в движении, более-менее позитивно настроенным, чтобы радоваться. Жизнь проходит очень быстро. Смотрите, какое солнце, смотрите, какие деревья, какие веточки, какая погода, какой бульвар, какое море, какое все. Я всем желаю хорошего дня, отличного настроения. Я надеюсь, что мы сегодня с Наташей пойдем куда-нибудь гулять, и я буду снимать. Ну все, пока. Не переключайтесь.